Прямой эфир телеканала «Настоящее время», программа «Вечер». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска. Что происходит в районе Херсона? Это украинская армия уже наступает или еще прощупывает? И каков там расклад сил? В Праге министры стран ЕС решают, какое еще оружие отправлять в Украину и прекращать ли выдавать туристические визы россиянам. Кто с Россией согласится дружить? Говорим о геополитических раскладах в мире. А в Москве хотят посадить бывшего журналиста Ивана Сафронова на 24 года за якобы шпионаж. Осужденный за убийство Немцова получил меньше. Ну а начнем с событий на юге Украины. В оперативном командовании «Юг» не стали подтверждать информацию телеканала CNN о том, что в Херсонской области освобождены 4 поселка. CNN об этом сообщил накануне поздно вечером со ссылкой на неназванного украинского военного. Журналисты даже озвучили названия этих населенных пунктов. Речь идет о селах и поселках Новодмитровка, Архангельская, Томина-Балка и Правдина. CNN сообщает, что ВСУ начали операцию ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла. Основное направление наступления якобы было в районе села Правдина. ВСУ ударили по пехоте из так называемых ДНР и ЛНР, они сбежали, а за ними, якобы, пишет CNN, сбежал и российский десант. Американские журналисты утверждают, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны россиян сразу в 3 местах. Основная цель ВСУ – это Херсон. И вот сегодня в оперативном командовании «Юг» отреагировали на сообщение американского телеканала. Представитель командования Наталья Гуменюк в интервью украинским телеканалам сообщила, что командование пока не будет подтверждать никакой подобной информации, так как операция продолжается, а результаты будут озвучены только тогда, когда это будет возможно. Гуменюк также подтвердила, что российские военные на левом берегу Херсонской области сейчас фактически отрезаны вот от поставок вооружения и живой силы через Днепр из правобережной части региона. Зараз в них немає можливості, немає транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега. Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами для того, щоб створити для себе і для своїх же ж військ картинку підтягування резервів. Ми говоримо про те, що найгорячіші новини у нас ще попереду, це ми розуміємо, а наразі тривають бої, і тому вони потребують інформаційної тиші. Ну и в том же командовании «Юг» заявили об уничтожении еще одной переправы российских военных через Днепр в районе села Львова в Херсонской области. Вероятно, речь идет о временной переправе россиян, вот наподобие той, которую вы видите, так как на карте никаких мостов в этом районе мы не видим. Ранее оккупационные власти уже отчитывались о сооружении подобных переправ через Днепр. Это было еще в начале августа, после первых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне. Вот это видео вы видите, подобные переправы вполне могут перевозить не только людей, но и автотранспорт, ну и военные. Ну а депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в Фейсбуке сообщил о новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту и о том, что российские военные сейчас формируют большие колонны техники в Крыму для отправки в Херсонскую область. Ну а представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков, комментируя новости о наступлении ВСУ в Херсонской области, сегодня заявил, что украинские военные, тут я процитирую, «наступая по личному указанию Зеленского, понесли масштабные потери». Конец цитаты. В Российском министерстве обороны тоже опубликовали свой список якобы уничтоженной украинской военной техники. Проверить информацию мы не можем. Ну и добавлю, что вчера представители оккупационных властей, например, Аксенов, вообще называли наступление фейком. Вот сегодня уже признают, что оно есть. В свежем отчете разведки Министерства обороны уже Великобритании написано: начиная с 29 августа ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на южных линиях фронта и продолжают препятствовать поставкам нового российского вооружения и живой силы в районе Херсона. При этом, как говорится в отчете, пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений в Херсонской области. Накануне ведущий телеканала CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию двух неназванных высокопоставленных американских чиновников
происходящее в Херсонской области назвал прощупыванием линии фронта перед подготовкой крупного контрнаступления. И оно будет, по его информации, включать в себя как наземные, так и воздушные операции. Ну а что вообще известно о расстановке сил на этом участке фронта Херсонской области? Ранее в выпуске мы уже рассказывали, вот, что депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что сейчас Россия формирует в оккупированном Крыму большие колонны военной техники для отправки в Херсонскую область. А 27 августа аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что Россия, вероятно, перекидывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. Где его могут задействовать и что известно в целом о расстановке сил на юге сейчас и с украинской, и с российской сторон? Сегодня в этой теме вместе с военными экспертами разбирался мой коллега Иван Гребенюк. Вань, ну рассказывай, удалось ли тебе узнать конкретные цифры, какими силами сейчас располагает Украина, какими Россия вот в этом конкретном районе, в районе Херсона? Ир, конечно же, ни одна из сторон официально не озвучивает, сколько, кого и, самое главное, где. Есть лишь приблизительные подсчеты аналитиков и военных экспертов, ну и официальные заявления сторон. По сути, все, что находится в открытых источниках, и вот эти данные мы как раз и попытались проанализировать. Ну и говоря о Херсонской области, контрнаступлении там, или, как ты сказала, таком себе прощупывании перед контрнаступлением, в первую очередь нужно говорить вот про эту часть региона, такой себе вот небольшой островочек. Правый берег Днепра, с вашей стороны, кстати, левый на экране. Вот лишь несколько аргументов, почему именно в эту часть ВСУ могут начать контрнаступление. Во-первых, мостовые переходы, давайте на них посмотрим, которые Украина активно уничтожает, начиная с 19 июля. Антоновский мост, железнодорожный мост, Каховский мост в районе гидроэлектростанции. Украина наносит удары по переходам, которые ведут как раз с левого берега на правый, и по которым из оккупированного Крыма и других захваченных южных украинских территорий Россия вот сюда может производить поставки как живой силы, так и техники. Во-вторых, сам Херсон. Это главный город региона, областной центр с наибольшим количеством жителей, центрами принятия решений и всей соответствующей инфраструктурой. Но и третья причина именно с района Херсона. Российские военные чаще всего обстреливают соседний областной центр. Это город Николаев. Давайте посмотрим. Между двумя городами всего-навсего, кстати, 90 километров. И, к слову, сама Николаевская область, она на 15% ее территории, она тоже оккупирована, и, видимо, ВСУ точно так же будет идти туда в контрнаступление. Ну а теперь о расстановке сил. Для начала напомню вам цифры, которые мне еще в начале полномасштабного военного вторжения России в Украину озвучивал военный эксперт, полковник Сергей Грабский. В день вторжения, 24 февраля, в Крыму были сосредоточены около 90 тысяч российских военных. В день наступления в Херсонскую область выдвинулись около 35 тысяч, и им противостояли 15 тысяч украинских военных в Херсонской области. Регион вследствие был захвачен. Ну а что же мы имеем сейчас, через полгода войны? Сейчас в Херсонской области находится от 20 до 25 тысяч российских военных. Основная их часть находится вот как раз вот здесь, на этой территории. И так как после первых ударов ВСУ по мостам в июле Россия в ожидании контрнаступления начала стягивать силы для защиты Херсона вот с этой части на эту часть, аккумулируя таким образом свое присутствие там, об этом мне рассказал военный эксперт, полковник запасов ВСУ Роман Цвитан. Давайте послушаем. В течение практически нескольких недель, от 19-го в течение нескольких недель была переброска войск, причем их взяли с Изюма, их взяли из-под Донецка, в основном это ВДВ российские, в основном и с техникой. Вот они туда перешли, на правый берег, и там до сих пор остались. Сейчас на данный момент практически максимум, что туда переправляется, это еда, вода, еда, топливо и БК, которые, можно еще более-менее переправить какими-то методами. Хоть пешком, хоть на горбу. Некоторые моменты еще есть паромными переправами в тех местах, где еще не перебит. Роман Цвитан утверждает, что уже группировку российских войск вот в этой части Херсонской области можно назвать отрезанной от снабжения. Такая же ситуация и с 3-м армейским корпусом России, который действительно был переброшен на территорию Украины. Роман Цвитан рассказал мне, что вместо 15 тысяч человек России удалось, кстати, набрать в тот корпус лишь 10 тысяч, и лишь часть из них отправится на юг. Послушайте. Из Ростова они пошли на север, на Донецк, часть пошла этого корпуса, на Донецк, под Бахмут, в это направление. Часть пошла на юг, на Мелитополь, на Бердянск, усилила
это Пологи и Токмак. Пологи, Токмак. Это северо-восточнее Мелитополя. И часть пошла через Крым, вот она сейчас будет заходить на Мелитополь, и предположительно она может быть пойти на Каховку с Мелитополя, на Каховку, и как-то усилить Каховскую группировку или все-таки перейти на правый берег. Ну а вот Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, подтвердил нам, что в Крыму действительно сейчас формируются военные колонны, которые будут, вероятнее всего, направлены в Херсонскую область. Только пересечь Днепр, чтобы помочь вот этой части региона, им вряд ли удастся. Прямая речь. Наша артиллерия держит под контролем не только мосты, а и фактически всю область. То есть нет такого места в области, которое было бы безопасным для российских оккупантов. Я думаю, что даже на подходе этой колонны ближе к Днепру она будет уничтожена нашей артиллерией. Вань, а что известно об украинских силах, которые будут освобождать юг Украины, в частности Херсонскую область? Ир, вот здесь уже вопрос сложнее. Точных цифр здесь никто не будет называть. Даже в Минобороны России в их ежедневных сводках такой информации нет. Но вот военный эксперт Роман Свитан говорит, логично, если Украина выдвинет в контрнаступление силы, как минимум равные российским. Любой военный, который видит театр, то есть поле боя, да, то есть театр военных действий, карту, он примерно понимает, что как минимум не менее того количества, которое есть у россиян, есть у украинцев. То есть украинские войска насчитывают как минимум 30 тысяч человек на этом фронте. Это минимум 30 тысяч. С усилением артой, авиации и РСЗО. РСЗО, напомню, это реактивные системы залпового огня. Сергей Свитан не зря упомянул технику. Украинское руководство не раз за более чем полгода войны заявляло западным партнерам, нужно больше техники. Нужно больше техники, чтобы противостоять России и перейти от обороны к наступлению. И вот Свитан, кстати, в разговоре со мной подтверждает и то, что озвучил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных неназванных чиновников США. Украина будет вести как наземную, так и воздушные операции. Су-25 звено зашло с Северной Македонии, это довольно-таки усилило, вроде как и немного звено, но 4 самолета, которые на голову высыпают по 6 раз в день бомбы и НУРСы на россиян, это довольно-таки много, а таких же не одно звено, естественно, то есть они работают и работают довольно-таки успешно, это сушки. Сейчас будут заходить МиГ-29, вроде бы тоже немного, там эскадрилья, 11, эскадрилья 12 самолетов, вроде передают 11. При этом в артиллерии у России все еще перевес. На южном направлении в 5-6 раз. И вот здесь, чтобы ослабить российских военных, и наносились, особенно в последний месяц, удары по военным базам и складам россиян, в том числе и на юге Украины. И в этом деле, кстати, украинской армии помогало большое подкрепление в самой оккупированной части. Активисты движения сопротивления в Херсоне, Новой Каховке и в других оккупированных населенных пунктах. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлайн рассказал нам, что партизаны помогли ВСУ нанести точные удары, чтобы ослабить российскую группировку. Не было бы таких результативных уничтожений складов и размещения оккупантов и штабов в том числе, если бы не работа движения сопротивления и партизанского движения как раз на оккупированных территориях. Потому что в любом случае эту информацию необходимо получать. Ира, ну и еще раз здесь повторюсь, что все цифры и аналитика — это все мнение экспертов, с которыми мы пообщались, их данные, и также данные из открытых источников. Как оно все будет на самом деле, остается только следить за тем, как развиваются события на юге Украины. Ваня, спасибо тебе за эту аналитику, за эти цифры, которые ты собирал весь день, анализировал и рассказал мне и нашим зрителям. Мой коллега Иван Гребенюк, спасибо. И у нас гость в эфире. Роман Костенко находится как раз на южном направлении. Полковник СБУ, депутат Верховной Рады Украины, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы расцениваете расстановку сил на Херсонском направлении? Такой, как она есть,
мы видим, какие сейчас войска есть в Российской Федерации, мы понимаем, что нам нужно делать, мы работаем четко по их путям продвижения, мы работаем четко по их местам, где они могут подвозить свои боеприпасы и свои тыловые обозы, и для нас сейчас, я считаю, это главная задача, и основное будет их отрезать на правом берегу Днепра, а потом уже методично мы будем с помощью своих сил и средств заканчивать то, что начали. Угу. А сейчас что же все-таки происходит на Херсонском направлении? Можно ли говорить уже о наступлении или это прощупывание, как формулирует телеканал CNN, или вообще ИПСО, не знаю, информационно-психологическая спецоперация? Вы просто пропали. Что сейчас происходит, вы имеете в виду? Да, что на Херсонском. Говорят? Можно ли говорить, что это уже наступление или это прощупывание, как формулирует CNN? Ну, я считаю, это можно назвать активными действиями со стороны украинской армии. Мы там достигли определенных успехов, и я считаю, что... Ну, можно ли это назвать началом? Я считаю, что можно, пускай это будет не наступательная операция, а началом освобождения вообще нашей территории, потому что мы однозначно уверены в том, что мы вернем наши территории, и пускай развитие будет то ли с этой точки начиная, то ли с какой-то дальше, но начало есть, наша армия показывает, что мы можем наступать, что мы можем возвращать свои территории, и я считаю, это главное. Сейчас во время этих боев сейчас идут ожесточенные бои на этом направлении, и наши войска четко показали, что они могут выбивать российские войска с их линии обороны. И это главное для нас, это главное показать российским войскам, что они не неуязвимы, и это главное, что видит наша армия, что она может бить российских солдат, и как мы это увидели в начале войны, но это было больше позиционно. Сейчас это во время таких активных действий, я считаю, это большой прорыв уже. Роман, ну вот об этом контрнаступлении вы не очень любите, всегда исправляете на наступление в районе Херсона. Говорят уже там несколько недель, и кажется, ни для кого это не секрет. А может ли быть наступление в таких случаях, когда о нем знают все, успешным? Ну ведь обороняющаяся сторона тоже к нему готовится. Ну, знаете, тут же фронт на юге тоже большой, и несмотря на то, что россияне сосредоточили здесь достаточные силы и средств, то они тоже не могут угадать, где конкретно украинская армия будет делать прорыв. И когда говорят даже о равном количестве войск на той и другой стороне, то всегда наступление — это сосредоточение войск, сил и средств в одном месте. И тут важное сосредоточить их там, где противник их не будет ожидать. Это уже военные хитрости, военная наука, чем украинская армия и пользуется. Поэтому тут важно найти то место, где можно наступать, где можно закрепляться и наступать, прорывать. А стоит ли в ближайшие дни, недели ждать битву за Херсон? Ну, давайте посмотрим. Я вам скажу так, что ситуация на войне меняется, ну, если не каждую минуту, то каждый час точно. Поверьте, здесь, вот, находясь на первой линии, ты это видишь. И иногда одно маленькое подразделение, там, взвод или рота могут сменить это кардинально. Поэтому и с одной, и с другой стороны, да. Поэтому, ну, просто сейчас загадывать, стоит или не стоит, это зависит от многих факторов. Как будут продвигаться войска, какие силы и средства будут сюда подтянуты как резервы с украинской стороны, сможет ли Россия в дальнейшем свои войска перебрасывать через реку Днепр, или мы отрежем им пути поставок. И эти факторы, они очень важны в том, чтобы делать какие-то предсказания. Поэтому, конечно, мы все надеемся, мы все делаем для того, чтобы как можно быстрее освободить наши территории, и мы их однозначно освободим, просто те, кто на них находится, должны понимать, что это будет там через неделю или это будет через месяц, для нас это не имеет значения, для нас главное это отберечь своих людей, и вернуть своих людей, вернуть наши территории и выбить противника с них.
Ну, кстати, через неделю или через месяц, вы говорите, непонятно, неизвестно, посмотрим. А Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в своем твиттере пишет, что уже сейчас украинские власти разрабатывают эвакуационные маршруты для жителей Крыма на время активной деоккупации, это его формулировка. Ваш прогноз, если удастся украинской армии отбить российскую армию на другой берег Днепра, какова будет ситуация на юге тогда, как изменится? Ну, изменится кардинально. Во-первых, мы сделаем буферную зону между другими южными городами, да, мы обеспечим более безопасную зону для Николаева, который постоянно сейчас практически каждый день жилые районы и местное население обстреливается Российской Федерацией. И река Днепр, она есть хорошим естественным естественным препятствием для обороны. Как минимум мы отрежем уже свой кусок и мы займем оборону по Днепру. Здесь мы сможем тем меньшим количеством войск по Днепру, потому что для того, чтобы форсировать Днепро, нужно больше войск и можно меньше держать для обороны. Мы сможем часть войск перекинуть, например, на восточное направление или туда выше на запорожское направление. И, конечно, это поменяет и для того, чтобы выдавливать потом с левого берега Днепра, это поменяет раскладку, потому что у нас здесь достаточно большое количество войск. Сейчас мы удерживаем Николаев, удерживаем Одессу, которые там здесь для проведения в том числе активных действий. Поэтому, конечно, раскладка изменится. Нам главное вернуть сейчас первоначально это выбить их с правого берега плацдарма, вернуть под контроль наши территории с правого берега, потому что это, по сути, один единственный плацдарм в этой проблеме. Я скажу так, что с военной точки зрения россиянам, видя то, какая угроза у них есть сейчас, потому что мы это по факту у них там, ну, еще не окружение оперативное, объясню, есть оперативное окружение, есть оперативно-тактическое. Оперативное — это когда, например, они окружены, но могут еще передвигаться в каких-то районах. А тактическое, оперативно-тактическое — это когда их могут, скажем, в каждом месте их могут доставать нашим оружием. Вот мы их уже практически достаем. И у них есть всего лишь два места, куда по факту они могут уйти. Угу. Да, вот эти два места, которые нам сейчас нужно просто отрезать и закрыть их на правом берегу Днепра. И здесь уже понятно, что раскладка будет другая. Роман, спасибо вам большое за ваш анализ в нашем эфире и за разъяснение нашим зрителям. Я бы хотел еще добавить просто то, что я не закончил, что с военной точки зрения им здесь находиться практически, это неправильно, потому что у них нет сил, чтобы наступать. Моя точка зрения, что то, что они сейчас здесь находятся и держатся, и постоянно терпят от нас, это чисто чье-то политическое решение для того, чтобы не нести такие репутационные потери. Я уверен, что это вышло руководство Российской Федерации, которое просто боится потерять лицо и за это ложит своих солдат на мясо здесь, на правом берегу Днепра. Ну, как минимум, спасибо. Потому что Херсон, областной центр, единственный, который удалось захватить с начала полномасштабного вторжения. Роман Костенко, полковник СБУ, депутат Верховной Рады Украины. Спасибо. Ну а сейчас расскажем вам историю Богдана и Ольги. Они живут в селе Переездное Донецкой области, это Бахмутский район, там постоянно идут бои. До начала полномасштабной войны в селе проживало около 500 человек, и вот Богдан, беременная Ольга и еще четверо их детей продолжают оставаться там и не хотят выезжать. Да, они, у нас не шикарно, но это наше. Мы это все зарабатывали. Ольга не может сдержать слез. В любую секунду ее дом может превратиться в руины. Семья вместе с четырьмя детьми живет на линии фронта, где ведутся активные бои. Ольга ждет пятого ребенка, и родить его она хотела бы в родных стенах. Этот дом еще был куплен, когда переселенкой была моя бабушка. Ее бросил муж, и она осталась здесь одна с маленьким ребенком. Так же само мои родители как бы стремились к чему-то.
Пускай, да, но, ну как вы сказать, ну не шикарно, но мы старались. Семья живет в подконтрольном Украине селе Переездное Донецкой области. Без света, воды и газа. Звуки рвущихся снарядов здесь почти не прекращаются. Ну так и живем. Все попалили. Вон снаряд упал в огород. От взрывов семья Богдана и Ольги прячется в подвале. Обычно там хранят домашние консервы. Но сейчас это единственное относительно безопасное место. Да ну когда стреляют, ну час посидишь, два часа. Бывало такое, что и день сидели. Там часик на улице и в подвале день. И когда стреляют, и кушаем тут, и готовим, конечно, на улице. А так дети постоянно кушают. Ну скажи, как есть. Боюсь трошки. Да? Немножко боится. Село Переездное на языке военных находится на Бахмутском направлении. Вот уже несколько месяцев оно остается одним из самых тяжелых участков фронта. По данным Генштаба ВСУ, здесь ведутся массированные обстрелы из танков и артиллерии. Власти объявили в этом регионе обязательную эвакуацию, но жители могут отказаться, заполнив специальную форму. Помощи никакой, ни воды, ни еды уже буквально месяц. Ни хлеба не привозят, ничего. Что есть, с тем и живем. Несмотря на все сложности и прямую опасность, Богдан и Ольга вместе с детьми остаются в родном селе. Соседский дом, разрушенный от российских снарядов, каждый день напоминает им об ужасах этой войны. Но они надеются, что их ракетные удары обойдут стороной. Еще раз должна напомнить, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию из этих регионов. То есть вся ответственность ложится на тех, кто отказывается выезжать. Ну а заставить их невозможно. Ну а в Праге в эти дни министры обороны стран ЕС обсуждают, как будут помогать Украине в войне против России. Главные вопросы – как поддержать украинских военных и как восполнить свои запасы в самих европейских странах взамен того оружия, которое отправляют в Украину. За встречей следил наш корреспондент Антон Бенедиктов. Европейский Союз начнет работу над специальной миссией по обучению украинских военных. Конкретные детали еще будут обсуждать, но сегодня идеи дали зеленый свет. Так выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министр обороны Украины объяснял нам, что им нужно в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе. И я уверен, что многие из этих потребностей могут быть куда лучше удовлетворены общими усилиями стран-участниц. У каждой своя специальность. Учения для офицеров, организация логистики, военной медицины, защита от ядерного, химического, биологического оружия. Все не решить в одночасье. Но мы должны создать базу для армии, которой, как и нам, придется долго бороться. По итогам встречи отдельно подчеркнули, Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Европейские чиновники отрицают, что поставки оружия Украине летом замедлились. Говорят, напротив, суммы даже выросли. Пополнять при этом будут и запасы собственных армий. На это выделят 500 миллионов евро. И хотят нарастить производство оружия в Евросоюзе. Мы здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине принадлежащих ей территорий. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты. Как пополнить словацкие вооруженные силы в обмен на оборудование, которое мы готовы отправить Украине. В том числе речь идет о самолетах МиГ-29. На прошлой неделе истребители, от которых готовы отказаться в Словакии, совершили последний полет над страной. Охранять ее небо теперь будут соседи, члены НАТО, Польша и Чехия. О таком совместном подходе как раз и говорили на сегодняшней встрече, чтобы не просто тратить больше денег на оборону, но тратить более эффективно, а значит советоваться с соседями и планировать закупки вместе. Антон Бенедиктов, «Настоящее время». Ну и в Праге сегодня встречаются не только министры обороны стран ЕС, но и министры иностранных дел. Они будут решать в том числе, запрещать ли выдачу туристических виз гражданам России, как того требует ряд стран. Кстати, сегодня это прокомментировал и зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Его цитируют российские СМИ. «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем». Конец цитаты. Ну, мол, пусть скорее запретят выдачу виз и покажут тем самым свое отношение к россиянам. А мой коллега, журналист украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин поговорил сегодня об этом с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Вот фрагмент интервью. Прихильники Путіна, прихильники його агресії.
Сторонники Путина, сторонники его агрессии как-то совмещают в себе любовь к своей стране, которая нарушает международные границы и презирает Европу, при этом считая ее такой деградирующей, с путешествиями, отдыхом и наслаждением этой Европой. Поэтому тут нужно определяться, как в известном анекдоте. Если вы за Путина, то сидите дома и наслаждайтесь Российской Федерацией, а не используйте Европу для своих благ, при этом ходя в футболке с буквой Z и прославляя Путина. Я думаю, что это также вопрос уважения европейцев к самим себе, чтобы они не позволяли использовать себя гражданами России, которые на самом деле поддерживают агрессию Путина. Не только против Украины, а и против Европы в целом. Какой ваш ответ тем, кто говорит, что это война Путина? Плохой Путин, плохой Кремль, а российский народ не виновен. Россияне не виноваты, и зачем их наказывать? Безусловно, коллективная ответственность, когда все виновны автоматически из-за действий одного человека, это неправильно. Поэтому нужно сохранить окно возможностей для настоящих оппонентов Путина, для диссидентов, и по гуманитарным причинам, и по процедуре предоставления статуса беженца, сохранить им возможность въезда в Европу. Но нарратив о том, что это война Путина, это самообман. Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, это Путин? Нет, это граждане России. Разве их родственники, которые поддерживают их участие в войне, вдохновляют их и говорят «молодец, давай, мочи хохлов», это что, Путин делает? Нет, это делают конкретные граждане России. А те россияне, которые, сидя у себя, поддерживают политику Путина, мы это видим публично, даже когда у них интервью на улицах берут, они рассказывают, что все правильно, так и нужно, это тоже Путин? Нет, это все конкретные россияне, которые поддерживают политику Путина. Когда я сегодня утром прочитал совместное заявление Франции и Германии в преддверии дискуссии в Европейском Союзе о том, что нужно сохранить возможность для въезда для россиян в Европейский Союз, потому что это несет огромное трансформаторное действие и влияние на российское общество, то у меня возникает логичный вопрос. Соглашение об упрощенном оформлении виз россиянам между Россией и ЕС действует с 2007 года. С 2007 года Россия начала войну против Грузии, начала войну против Украины, совершила серию убийств оппонентов режима Путина на территории стран Европейского Союза, шантажирует Европу энергетическим кризисом и сделала много-много других плохих вещей. Так у меня вопрос, а сильно работает ваша трансформативная сила? Может, вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что это лишь определенные иллюзии, которых нужно лишиться? В самом Евросоюзе нет согласия по поводу того, лишать ли всех россиян туристических шенгенских виз. И сейчас все ключевые вопросы в Евросоюзе решаются голосованием, на котором одинаково должны проголосовать абсолютно все страны ЕС. Даже один голос против ставит крест на любом решении. Но накануне канцлер Германии Олаф Шольц предложил постепенный переход к системе большинства голосов. В таком случае, например, Венгрия не смогла бы блокировать санкции против России. И это предложение Шольца также вызвало и еще вызовет немалые споры внутри ЕС. Российские провластные эксперты уже заговорили о расколе внутри Евросоюза. Россия в это же время продолжает искать союзников. Закупают, как пишут СМИ, дроны в Иране. Проводятся совместные с Индией и Китаем военные учения. Подробно обсудим эту тему, тему расстановки сил в Европе и мире с нашими гостями. Сесиль Весьо, французский политолог, профессор университета РНС-2 и украинский политолог Николай Давидюк у нас в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Олаф Шольц, выступая вчера в Карловом университете в Праге, сказал, что он выступил против вот этого принципа, по которому сейчас принимается решение в ЕС. Если хоть кто-то против, то решение не принимается. Как вы считаете, будет ли изменен этот принцип, и если да, то каковы будут последствия, Сесиль? Вы знаете, мне кажется, что это очень как-то смелое предложение с его стороны, потому что он это сказал в контексте, где Евросоюз примет другие члены, то есть примет действительно, он это назвал, и Украину, конечно, и Молдавию, и, может быть, еще Грузию, и эти страны на Балканах. То есть он говорит, вот если мы будем вот такая большая, скажем так, такое большое сообщество, невозможно работать, как мы сейчас работаем. И я думаю, что действительно он прав. В смысле, что вы меня слышите? Да, слышу вас. То есть вы имеете в виду, что его слова касались, что в случае расширения еще Евросоюза, тогда стоит применять этот принцип. Алло? Да, Сесиль, слышу вас. Но
Сесиль нас пока, видимо, не слышит. А, Николай, что вы думаете по этому поводу? Николай Давидюк, украинский политолог, с нами на связи. Это вопрос, это попытка, да. Это попытка, конечно же, чуть-чуть ограничить, ну, безмерное и чрезмерное влияние Орбана, который пытается пользоваться европейской бюрократией. Понимаете, Орбан начал подыгрывать Путину, имея вот эту карту альтернативного мнения, необоснованного мнения и очень часто антиукраинского мнения. И поэтому вот он играл, тормозил очень много нюансов в вопросах, которые как раз-таки касались общеевропейских проблем, но он отыгрывал свою какую-то политическую карту, наращивал рейтинги. И это, на самом деле, не против демократии решение. Это, наоборот, сделать так, чтобы весь Европейский Союз при возможности расширения на одну или на три страны, или даже плюс Балканы, да, на 10 стран, чтобы все не зависели от одного государства, тогда мы получим реально объективную картинку, мы получим, к примеру, возможность большего плюрализма, и на самом деле Европейский Союз от этого не пострадает, а станет более конкурентным, более быстрым и будет принимать более эффективные решения. Мне кажется, что это правило — это следствие роста политической системы Европейского Союза. Это эволюция, на которую идет Европейский Союз, принимая такие решения. И причем это работа над ошибками. Потому что Орбан, который ведет себя как, ну, глубокая средневековая Азия, на самом деле должен как раз-таки получить нормальный ответ. Плюс, смотрите, выступление в университетах, мы знаем, что это очень часто место для отправки намеков и месседжей. Вот здесь намекнули Орбану, вот, что может быть вот так. Подумайте дважды. Mm-hmm. Некоторые страны, типа Финляндии, они уже поднимают вопрос, а возможно, давайте исключим Венгрию. Им все так в Европейском Союзе не нравится. Может быть, им будет лучше в Союзе с Россией, например. Да? И вот об этом я не хотят уходить. В том числе хочу поговорить, и Сильви Сьо вернулась к нашему разговору. Собственно, никто из европейских стран вот прям открыто Россию не поддерживает. Но вот упомянутая уже Венгрия или Сербию, их сложно, наверное, назвать безоговорочными союзниками Украины. По вашим оценкам, да. Сесиль, давайте с вас тогда начнем. А делится ли сейчас Европа на лагеря? Есть очень разные, скажем так, позиции, есть очень разные точки зрения. Действительно, Венгрия сейчас, к сожалению, это все-таки проблема. Значит, и Сербия может стать тоже как-то проблемой. Но мне кажется, что вот эти проблемы мы должны решать. Это именно то, что Шол сказал. То есть почему вот эти страны, давайте скажем так откровенно говорить, почему эти страны как-то поддерживают Россию? Они поддерживают Россию в том числе потому, что у России есть такая политика влияния, где и у Китая тоже, где они дают всякие как-то благи, всякие как-то деньги и так далее каким-то странам. Если и когда, скорее всего, Украина победит с помощью Евросоюза, значит, тогда, скорее всего, вот эти проблемы, они будут решены, потому что некоторые страны, они всегда на стороне, как-то, как кажется, самого сильного. Поэтому, да, конечно, сейчас есть разные подходы. И он это сказал, Шольц, он это сказал, что действительно мы не можем иметь как-то одну позицию, одну точку зрения. Но нужно, чтобы мы работали с этим, чтобы один человек или одна страна не как-то блокировала все, что мы можем делать. Николай, а по вашему мнению, можно ли говорить о том, что Венгрия и Сербия являются, ну, потенциальными сторонниками России, не знаю, вот на карте Европы? Ну, давайте честно, они подыгрывают России. Сербия меньше, Сербия пытается диверсифицироваться, Сербия заигрывает и с Китаем, и с Израилем. Конечно же, она не против получения денег и от Европейского Союза, и стандарты европейские не против воплощать. Но они хотят быть лидерами Балкан, да, возможно, даже хозяевами Балкан, да, если говорить более грубо. Но и Европа их интересует в разы меньше, нежели лидерство вот на Балканах и создание некого своего союза. Вот, и это читается, да, и в неформальных разговорах с сербскими политиками это видно. Но они исторически подыгрывают России. Но, если честно, посмотреть вот этот
инвестиционный коктейль и политический коктейль Сербии, то Россия там самая маленькая доля. Вот Россия самая слабая из тех государств, с которыми сегодня сотрудничает Сербия. Орбан же ищет вот как раз-таки усиление в Европейском Союзе, он ищет попытки звучать громче, вот, звучать по-другому, и, ну, снова же, наращивает свои просто стероидные рейтинги, вот, которые он получает за счет правой повестки и своего особого вот орбанского пути, вот, который он идет в том числе за счет России, конечно, антиукраинские месседжи. Ну и, ну, самое главное, это не столько Россия, Россию он тоже использует, потому что можно получать деньги на политиков, на политику. Вот. А, но Россию он использует для чего? Для подогревания национализма. Да? Утерянные земли, которые, собственно, Венгрия в свое время аннексировала. Снова же, это же не исторические венгерские земли, которые они потеряли от Румынии, от Украины, от Сербии, в том числе, и многих других государств. Вот он на этом сентименте потерянных земель пытается играть в 21 веке. Хотя, на самом деле, это же тоже ошибочная политика. Венгрия, которая находится в НАТО, в ЕС, она не может иметь никаких земельных претензий, территориальных претензий, потому что они уже подписали все договоренности, соглашения, что никому претензий территориальных не имеют. Поэтому это фейк, это снова же политическая игра, и Путина он использует, потому что Орбан каждый раз останавливался, когда доходил до красной линии, и каждый раз принимал проевропейское решение, а не пропутинское. У нас буквально две минутки остается, то есть по минутку на каждом, но очень важно, интересно мне спросить, можно ли, например, Китай считать потенциальным союзником России? Сесиль. Вы знаете, значит, нужно, чтобы эта война закончится, и потом как-то Россия будет решать, с кем она хочет быть. Она действительно хочет быть с Северной Кореей и с Китаем по другим причинам, чем экономических. Или она хочет стать по-настоящему европейской страной, и мне кажется, что все-таки есть шанс в будущем, все-таки есть возможность, потому что все-таки как-то Россия, хотя она ведет себя как-то варварство, и ужасно сейчас, это все-таки как-то европейская страна. То есть, может быть, в будущем Россия все-таки как-то будет делать европейский выбор, но действительно ей будет тогда очень-очень сложно. Николай, как вы считаете, возможно ли в будущем станет Китай? Смотрите, Россия может быть европейским государством, но без Путина. При Путине это слабый медвежонок, которого может съесть китайская панда. Китайцы не забыли те миллион квадратных километров земли, которые русские получили после опиумных войн. Русские подло поступили с Китаем. Китай это помнит. Китайская дипломатия — это не то что сотни, это тысячи лет, которые у них записаны просто в голове и в ДНК. И они это не простили. И при Путине они на них смотрят как на слабое звено, которое они готовы разорвать для того, чтобы вернуть свои территории. Плюс сегодня они смотрят на Россию, да, они готовы делать военные учения с ними, где-то им подыгрывать, но они на них смотрят как на донора земли и дешевых ресурсов. В первую очередь газ, нефть и древесина. Вот это то, как Китай смотрит на Россию. Спасибо вам огромное. Сесиль Весьё, французский политолог, Николай Давидюк, украинский политолог, говорили о геополитических раскладах в Европе и затронули Китай. Спасибо. Ну а я вам напоминаю, что вы можете, если хотите, чтобы это видео, эту трансляцию увидела больше людей, можете поставить лайк нашей трансляции и подписываться обязательно на наши каналы. Я же к другой теме перехожу. В российском Белгороде снова зафиксированы звуки взрывов и вспышки. Местные власти инциденты не комментировали, зато появились кадры переполненного вокзала в Белгороде. Там выстроилась очередь к поезду на Москву. Белгород рядом с украинской границей. Первые взрывы на территории области прогремели еще в конце марта. С тех пор звучат регулярно. А совсем недавно там горел склад боеприпасов. Иногда местные власти обвиняют в этом украинскую армию, но чаще всего просто не говорят о причинах. Как живет Белгород под обстрелами? Уезжают ли люди из города? Расскажет Ольга Бешлей. А первое время, скажите, был собран тревожный чемоданчик? Да, первую неделю был собран. Вот. Но я поняла, что мне бежать некуда, пришлось его разобрать. Жизнь на границе во время войны. По ночам работает ПВО, гремят взрывы, которые в местных СМИ принято называть хлопками, а днем Белгород – обычный южный город. Люди ходят неторопливо, играют уличные музыканты. Но военный вертолет над головой в местных пабликах уже называют типичной картиной. Очередные хлопки прогремели над городом поздно вечером 29 августа. Подписчики телеграм-канала «Жесть Белгорода» прислали кадры вспышек из области. Первую камеры зафиксировали в 23:25, и есть звук взрыва. Thank you.
А на втором видео в ночном небе видно что-то похожее на прилет ракеты. Местные власти официальных комментариев не давали. Была ли это работа ПВО, куда и что прилетело, ничего не известно. Тем же вечером на вокзале Белгорода образовалась длинная очередь. Люди столпились к поездам на Москву. Это случилось до того, как камеры зафиксировали вспышки и взрывы. В украинских пабликах предположили, что белгородцы стремятся уехать из города. В расписании поездов за 29 августа поздно вечером в Москву отправлялись два поезда в 22.10 и 23.20. В телеграм-канале «Белгород номер один» подписчики утверждают, что в конце августа в Москву всегда уезжают полные поезда, а 29 числа на вокзале случился коллапс из-за плохой логистики. Досмотр начал работать только на 30-й минуте до отбытия поезда в Москву, который в 23.20. К этому моменту уже собралась гигантская очередь. На досмотре только один аппарат сканирует багаж. Потом оказалось, что поезд подали еще на более дальний путь, чем обычно. Считаю, что кто-то должен ответить за это вчерашнее безобразие на вокзале. В то же время жители Белгорода в телеграм-каналах обсуждают ночные звуки, надо ли эвакуироваться, есть ли в городе бомбоубежище и почему все же власти не называют взрывы взрывами. Журналистка «Настоящего времени» приезжала в Белгород 22 августа, спустя несколько дней после взрывов на складах боеприпасов в окрестностях города Валуйки. Возгорание было сильным. После взрывов под Валуйками журналистка «Настоящего времени» спросила жителей Белгорода, как они относятся к таким инцидентам, просыпаются ли по ночам от звуков взрывов. Что думают делать? Хоть бы нас вызвали. Страшно. Страшно, тревожно, естественно, но такие новости каждый день. Но вы привыкли к ним или каждый раз, как первый? Не привыкнешь. Хочется уехать, но уехать некуда. Продолжаете просыпаться еще по ночам от взрывов? Или уже да, да. Звуков? Нет, постоянно с громкие звуки сразу просыпаешься, бежишь. Ау! Это жесть. Ну, мы живем, как сказать, никакой панике не поддаемся, принимаем информацию и ждем лучших времен. Боеприпасы, это же не первый раз, получается, ситуация произошла. Поэтому немножко становится страшно. С тревогой относимся. Ну, что сделать, раз такая ситуация? Мы, как всегда, понимаем, что это война. И нам немного достается. Мы, жители, уже знаем, что... кого сбивают. Если этот беспилотник, то это хлопок. А если уже серьезно летит, что-то сбили. Слава богу, у нас ПВО накрыло Белгород по полной программе. Но районы страдают. Вот в чем дело. После взрыва под Валуйками жители окрестных сел эвакуировали. Украинские власти официально не подтверждали, что ВСУ ответственно за взрывы в Белгородской области. Ольга Бешлей, «Настоящее время». Ну а теперь к репрессиям внутри России. В Москве прокуроры запросили 24 года колонии строгого режима для бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене. Заседание проходит в закрытом режиме. И все подробности, которые удалось раздобыть у нашего корреспондента Тимофея Рожанского. Тим, привет, расскажи, что известно о том, что происходило за закрытыми дверями суда сегодня. Привет, Ир. Ну, известно, например, что прокуроры предложили Сафронову признать свою вину, и взамен на это его бы осудили на 12 лет. Он в жесткой форме от этого отказался. Об этом нам сообщает его адвокат Евгений Смирнов. И после этого, собственно, запросили срок в 24 года. Приговор огласят уже в следующий понедельник, 5 сентября. Я напомню, что с момента задержания Сафронова прошло уже 2 года и 2 месяца. Бывшего советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста-коммерсанта. Здесь важно сказать, что журналистом был вполне себе независимым. Он потом только ушел в Роскосмос. И его обвиняют в разглашении государственной тайны, но якобы он передал какие-то секретные сведения агенту чешских спецслужб. ФСБ, правда, не сообщала, какие именно сведения и когда он их передал. Все было засекречено в этом деле. Адвокаты пытались разъяснить подробности, но суд неизменно занимал сторону следствия. Очень сложно защищать действительно невиновного человека и при этом понимать, что он невиновен, как вот после публикации проекта понимает, может понять любой желающий. И при этом не иметь возможности открыто апеллировать к общественности и не иметь возможности все-таки на какое-то справедливое судебное разбирательство.
Это тяжело. Мы понимаем, что Ваня невиновен, мы понимаем, что мы это доказываем просто с лихвой, но, к сожалению, мы знаем, какой результат будет. Тим, но невеста Сафронова, Ксения Миронова, написала в Твиттере, что когда твоему жениху прокурор запросил твой возраст, мне 24 или 4 срока Путина. Ну, такой сарказм от нее. Знаю, что ты с Ксенией сегодня говорил, расскажи подробнее о чем. Да, я проводил Ксюшу до вокзала на Москву, действительно, ну, в общем, она едет сейчас впервые в Россию, она покинула страну из-за войны, она журналист, ей угрожает, очевидно, опасность. Ну, вот такой сарказм, она держится, хотя понятно, что ей очень тяжело. Давайте сейчас посмотрим, как она выжила. Книжку взяла. Письма. Как бы 1 сентября, что ли? Хогвартс. Это кому? Ну, это всем. Там Навальному, Яшину, Сафронову, Пивоварову и племянникам я написала. Ну, потому что Ванин племянник идет в первый класс. Ехать не страшно? Да нет, ну, как бы не страшно. Я в целом давно морально подготовилась, что если я еду, то я еду с установкой, что есть два исхода. Исход первый, я спокойно въезжаю-выезжаю, исход второй, меня там задерживают и что-то предъявляют. Ну, за посты и за какую-то журналистскую работу. Ну, типа, это моя ответственность. Ну, я не понимаю, как я могу как бы не поехать, если приговор. Ну, в смысле, у меня даже вопрос такого не стояло никогда. Это было бы странно, если бы я не поехала. Усну и не буду думать про это все. Журналисту Ивану Сафронову запросили 24 года колонии. Фарида написала 24 года, это 4 срока Путина. Сафронову запросили мой возраст. Напоследок хотим рассказать вам историю о том, как в прифронтовых украинских городах и селах по-прежнему остаются люди, в том числе лежачие больные, старики, люди с инвалидностью. Часто за ними некому ухаживать. Родные погибли или выехали. У них нет еды, они месяцами могут лежать под обстрелами в разрушенных квартирах, не имея возможности подняться с постели. Виктория Лымарь встретилась с теми, кто смог выбраться на безопасные территории, и теми, кто таким больным помогает уехать от войны. Ирина не сдерживает слез. Несколько дней назад волонтеры доставили ее в Днепровский центр адаптации людей с инвалидностью. После обстрела Никополя женщина потеряла жилье и самое дорогое – сына. Каждую ночь стреляли. И сильно стреляли. Сын меня выносил на руках в более безопасное место. А последний раз не успел вынести меня. Страшно было. Очень страшно. Я на балконе, и в цей час почався обстріл. І, на жаль, скажімо так, один снаряд влучив поруч з балконом, і його цей снаряд бив. Тобто це буквально, от, як кажуть, вчорашнє горе трапилось. Ми приїхали і побачили людей, які були дуже пригнічені, вони були дуже емоційно подавлені. Бувають люди, в яких був тільки соцпрацівник, да, він приходив і піклувався про них. Це бабуся, яка думала, що доживає своє життя в квартирі. Спокійно їй приносили їжу, вона дивилася телевізор і все було добре. А коли потрібно щось шукати, в неї немає ні інтернету, ні можливості, ні знань щодо цього. І
вона починає життя з нуля, як би це не звучало, у свої 85 років. Багато від кого відмовились родичі, багато кого не можуть прийняти родичі, бо вони, ну, це класична історія. Ми живемо в гуртожитку, ми самі переселенці, в нас 10 людей в кімнаті і ще лежачу бабусю ми не можемо взяти. Да. Ця організація одна з перших почала евакуювати маломобільних людей з зони бойових дій. Віктор більше 2 місяців пролежав під обстрілами в рідному Бахмуті. Коли сусіди привели к нему волонтеров и предложили выехать, признается, как ребенок расплакался. Ведь уже не раз прощался с жизнью. Я уже лежал, я уже все равно. И вдыхательный. И вот последние 2 месяца так било сильно. Мы с мамой были, маме 82 года. Я инвалид, мама плохо ходит. Мы ни в подвал никуда не спускались. Были на первом этаже. Вот. И рядом дом у нас попала в крышу, раз, попала в крышу, два. Квартира одна сложилась прямо. Поэтому я побоялась, мы не хотели выезжать, но выехали. В районах, где ведутся боевые действия, постоянно работает несколько эвакуационных бригад. В составе одной из них людей вывозит дважды переселенец Роман. В 2014-м вынужден был уехать из родной Кадиевки в Луганской области. Весной 2022-го пришлось покинуть и город Кременная, где прожил последние 8 лет. Бросил дом, но оставить людей, которые нуждались в его помощи, не смог. Под обстрелы попали в Кременной, когда мы возили их. Хлеб развозили старикам в отдаленной части Урала. Как раз был минометный обстрел, и мы как-то там между домами пробирались. Вот. Ну, с тех пор, как бы, я думаю, все-таки Бог помогает. Да, и сейчас, допустим, в Бахмуте постоянно где-то что-то рядом ложится, да, не только в Бахмуте. Не так давно в Торецке прилетели во двор за людьми. А соседи вылезли из подвала, говорят, 10 минут назад прилетело, тут камни, осколки. Специально оборудованным автобусом Роман перевозит людей из горячих точек на востоке Украины в Покровск до эвакуационного поезда. В одном из его вагонов есть места для инвалидов. Оттуда маломобильных беженцев в основном везут до Днепра. Сейчас. Пусть там подготовят коляску одну. Сейчас, давай, да? Сюда. Это проедьте дальше. В зависимости от состояния переселенцев с инвалидностью волонтеры везут либо в больницы, либо в центры временного приюта. Туда зачастую они попадают грязными, голодными и истощенными. Волонтеры приехали забирать меня, а у меня даже и хлеба, и воды не было. Теперь не знаю, куда я пойду. Кто меня где ждет, тоже не знаю. У нас была такая история. Мама дуже інтелігентна, Іраїда Всеволодівна, їй під 90, і з нею донька за 60. У доньки синдром Дауна. Позаду просто падає, непритомніє, до неї біжать лікарі, мама цього не бачить. Я їй кажу, ой, з Танечкою щось трапилось, у неї бувають припадки? Вона каже, ні. У неї немає епілепсії, вона просто не їла нічого кілька днів. Одно із міст, де в Дніпрі заботяться о маломобільних переселенцях – центр «Океан Добра». Його відкрили в кінці марта місцеві жителі з інвалідністю, щоб допомагати тим, хто оказався в більш складній ситуації. Коли готували приміщення к прийому людей, ми об'явили, і прийшло дуже багато волонтерів, переселенців. Це було взагалі, ну, удивительно, люди с утра до поздней ночи таскали, мыли, убирали, готовили, застилали кровати. То есть женщины, мужчины полностью, то есть все это бесплатно. Приходили просто толпами и помогали нам, никто не платил. Бывало, что там кончались продукты, мы тоже объявляли. И люди приносили столько, что потом, ну, вообще было. С начала марта центр «Океан Добра» принял в своих стенах более 2500 маломобильных людей. Большинство из тех, кто находит здесь приют, одинокие люди. Рассчитывать им не на кого, ведь в Украине на государственном уровне до сих пор не разработаны механизмы эвакуации маломобильных людей из зоны боевых действий. В целом в Днепропетровской области официально зарегистрировано более 13 тысяч переселенцев с инвалидностью. Виктория Лымарь, Александр Хорошун. Настоящее время. Днепр. Ну и сразу после нашего выпуска смотрите в эфире телеканала «Настоящее время» российский документальный фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». Этот фильм рассказывает о том, как война России против Украины расколола семьи. Это истории конкретных семей, где мать перестала слышать ребенка, брат – сестру, муж – жену и так далее.
Одни поддерживают так называемую спецоперацию, другие выступают категорически против войны. Мне не страшно сейчас вернуться в Харьков. Мне страшно под русским флагом проснуться. Россия и Украина, да, это вот я и моя дочь. Все, что они сделали, сделали правильно. Мы не можем быть на стороне врага. Может быть, это не спецоперация, а война. Меня никто не поддерживает, и от нее нет никакой поддержки. Говорит, тогда я не буду с тобой общаться, мама, вообще. Меня зовут Ирина Ромалийская. До свидания.